Привет, мои дорогие, любимые. С Новым годом, ребята! Привет, с Новым годом! Спасибо! И как же чай? Чай тоже есть, рядышком как раз. Я обожаю вас. А я вас обожаю. У кого я делал носик? У Алексаняна. С Новым годом! С Новым годом! Всех с Новым годом, ребятки! Как познакомились с Ноной? В соцсетях познакомились. Нет, брови мои. Мы вас обожаем, сестренки. Нам очень приятно. Мы вас тоже обожаем. Да, мама с нами сегодня. Красавица, слов просто нет. Спасибо, ребятки. Я счастлива. Сегодня прекрасный вечер. Красивый очень. Спасибо. Сегодня таким прекрасным подарочком. Он тебе очень идет. Спасибо, девочка. Я на самом деле даже не мечтала о нем. Это очень дорого. Только НАТО могла мне так порадовать. НАТО рядом. Спасибо. Блин, какая была первая машина? Первая моя машина? Блин, я уже не помню. Какая? БМВ, да? Нет, до БМВ была тройка. Да, BMW, да, правильно. Диаметр часов, по-моему, да, 36. Был ли дефект речи от виниров? Нет, у меня потрясающий стоматолог, который сделал все идеально. Блин, а что за фирма? Колечко. Вы подарили Нате. Джейкоб. Не знаю, это подарок. Ну, я думаю, это не секрет. В ролик сможете зайти посмотреть по цену. Я думаю, вы заслужили его. Он такой же красивый, как вы. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Золотой браслет. Ну да. Платье или кофта? Кофта, девочки. Это из нашей новой коллекции. Мы на самом деле ее планировали отшить весной, но мы очень попросили наше производство, и они нам отшили до Нового года, чтобы на новогодние праздники мы выгуливали их. Мы же молодцы. Выглядите. Выходите почаще в эфир. Ты так приятно хотела. Спасибо большое. На самом деле, девочки, мне очень понравились два дня, которые я провела с вами. Я делала вопросы, ответы. И это было очень круто. Мне даже понравилось больше, чем эфир. Но, к сожалению, у меня не так много времени свободного, чтобы я это делала часто. Поэтому, наверное, это будет еще не скоро. Да, я сейчас в линзах. Привет из Мурманска. Всех благ вашей семье и вашей семье. Спасибо большое. Скажи, блин, сделаешь ли биоревитализацию? Нет, девочки, я не делаю биоревитализацию, потому что от гиалуронки я оттекаю, и она мне не подходит. Поэтому я не делаю. У меня, в принципе, нормальная кожа. Я делаю маски, уходы, скрабирую очень часто. Мне этого достаточно. Как отреагируете, если друзья мужа будут ему отправлять фото голых девушек? Нормально. Это же друзья мужа отправляют. У мужчин могут быть свои маленькие шалости. Ничего страшного в этом нет.
Нет, у меня не композиты. У меня были композиты 9 лет. Я их прекрасно относила. Теперь у меня керамические виниры. Если вам интересно, кто мне делал такую улыбку, то пишите мне в WhatsApp, я вам отправлю своего стоматолога. Can I see your nails? У меня уже старый маникюр, поэтому мне нечем похвастаться. Надо обновлять. Лина, поздравляю с таким шикарным подарком. С Новым годом, Надо, мам. Спасибо огромное. Подарок действительно крутой. Надо меня затмила. Здравствуйте, вы такая красавица. Счастья вам. Спасибо. И вам большого счастья. Расскажите о секретах макияжа. Да нет никаких секретов. Очень красиво, спасибо. Сохраните эфир, пожалуйста. Волосы очень красивые. Это ваши или нарочные? Нарочные. Самая красивая девушка, кто искренне улыбается. Спасибо, ребят. Идеально. Стоимость кофточки 7500 всего лишь. Они у нас в двух цветах. Вот на мне коралловая, она потоньше. А черная у нас поплотнее. Она такой же ткани, как и платье. И сколько операций у нас было? Две операции. Какая вы кукла, видела вас вообще в моле. С булочкой, вообще вам приятно. Спасибо, да, как раз мы недавно перед Новым годом приезжали туда. Да. Самая-самая любимая книга. Блин, у меня много любимых книг на самом деле. Ну, которая мне прям очень запомнилась, это была книга Лаура Мерсье «Шоколад на крутом кипятке». Я уже говорила 100 раз об этом. Сколько стоит часы Rolex? Хочу заказать. У нас в магазине они стоят 9500. Спасибо большое. Классная помада. Ну, или то, что от нее осталось. Классно выглядишь. Спасибо. Девочки, спасибо вам огромное. На самом деле, я получила от вас за 2 дня столько эмоций. Столько просто. Я переполнена сейчас. Какой объем ресниц. Голливуд. С Новым годом. И вас с Новым годом. Вы Суворов в парке купили? Нет, не я сделала опечатку, она мне сказала уже. Я хотела написать скоро, а получилось почему-то Суворов. Я купила квартиру в Царской площади. Сохрани, пожалуйста, эфир. Окей. Познакомь меня с такой, как ты. Расскажите как-нибудь про свой уход. Расскажу. Каким карандашом для глаз вы пользуетесь? Я покупала его в Италии, не помню фирму, если честно. Но хороший очень. Посмотрю вам, обязательно поделюсь с вами. Спасибо за ответ, действительно шикарная кожа, как и ты. Спасибо большое. Я так рада была, когда увидела, что вы ответили на мой вопрос. Спасибо за ваши вопросы. Очень были интересные вопросы. Если честно, я сама получила удовольствие. И мне все звонили, потом мои знакомые говорили, как интересно было читать вопросы, получать ответы. Ирина, интересно было увидеть вас с Натой в других стилях одежды. Без клише и вещей, только с вашего производства. Заметила, что вы экспериментируете. Ну да. Ну, клише на самом деле подходят не всем, поэтому тем, кому они подходят, они их не снимают.
колье какое на шее. У меня нет колье, у меня крестик. Спасибо, моя хорошая. У меня очень добрые. На самом деле, несмотря на то, что бывают неприятные комментарии, но я не получила ни одного нехорошего вопроса, пошлого, гнилого. Это, блин, меня порадовало, честно, это очень. Часы около 3 лимонов. Неправда. Гораздо меньше. А что значит ваша татуировка на руке? The love of my life. Татуировка посвящена моему мужу. Ната, кольцо с бриллиантом. Ребята, вы меня обижаете. Ну, конечно, да. Что подарила маме на Новый год? Мы с Натой подарили маме мюли. Гуччи. Она их очень хотела. Поехала на примерку. Долго думала. Отложила их, чтобы обдумать. А мы взяли и их подарили. Чтобы не думала. Такой подбородок лучше. Ну, блин, мне пока непривычно без него вообще. Но нормально. Я привыкла. С Молдавии большой привет. Привет. Какой размер телефона более удобный для вас, обычный или увеличенный? Ну, у меня большой телефон, самый, какой может быть. Сохраните эфир. Вы, наверное, очень долго, дорого иметь.